Друзья, всем привет! Сегодня сделаем реально крутую штучку для бензокосы. Она простая, несложная, говорить особо нечего. Но сразу могу сказать, что пригодится она не всем. Но чисто для ознакомления, заценить и обсудить в комментах, я думаю, стоит. Так что едем! Бензотриммер у меня от компании FUBOC, ну, довольно бюджетный вариант, модель называется FRT43R. А сколько стоит такая штучка и его характеристики, сейчас я вам подскажу. Давайте зайдем по-быстрому на e-каталог, вбиваем в поиске бензокоса, сразу прыгнем подбор по параметрам, у нас получается производители FUBOC, далее ставим питание бензиновые, ну и поставим насадки катушка с леской, нажимаем подобрать. Ну и вот как раз мой бензотриммер. По характеристикам сразу видно, что это двухтактный движок, объем которого 43 кубических сантиметра. Мощность движка 1,75 лошадиных силы, ну или 1300 ватт. Если глянуть, сколько стоит, то переходим, где купить, и сортируем по цене. Ну а далее уже будем отталкиваться от того магазина, который вам подходит. Ну, вы с ним знакомы, и он находится рядом с вами. Так что средняя цена в пределах от 6 тысяч до 12, в зависимости, конечно, от магазина и где вы будете брать. Ну и, кстати, косит не только диском и леской. Но об этом чуть позже, а на сам аппарат оставлю ссылку в описании. Зайдите, познакомьтесь, я думаю, кому-то будет это полезно. Ну а мы едем дальше.
По итогу у нас получается вот такой отвал, или боковая лопата, как назвать не знаю, но смысл в том, что когда косишь высокую траву, то она ложится очень просто в один ряд. Я тут заготавливаю понемногу сена на зиму для кролей, и с такой штучкой косить намного проще. По весу добавилось совсем копейки, работать не мешает, а наоборот только удобней. Возможно, кто-то косит годами и уже приловчился косить диском на одну сторону. Но я пока только начинаю косить, объемы в 20-30 соток. Ведь сена много не бывает, да и сколько надо, я пока не знаю. Просто делаю с запасом. В общем, надеюсь, для ознакомления идея понравилась. Ставьте лайк, пишите комменты, пишите свои мысли, что думаете. Ну а я вам желаю удачи, хорошего настроения. Скоро увидимся.